Привет, друзья! С вами канал «Фермерские будни семьи Феоктистовых». В кадре Константин Феоктистов, мой муж. И за кадром я, Елена, озвучиваю для вас это видео. Ну, хотя, что тут озвучивать, все и так понятно. Муж косит траву. На радость нам она выросла вот такая высокая. Где по колено, где по пояс, а где и повыше. Косит мотоблоком «Салют» с косилкой. «Салют 100». Участок с травой предоставил нам один из наших соседей замечательных. И ему хорошо. Не будет травы на участке, и нам хорошо. Козам будет что покушать. Ну, на этом заканчиваем свой репортаж. Желаю вам всего доброго, всех благ. Удачи в ваших делах, в хозяйстве у кого есть. Здоровья хорошего. Хороших урожаев. У кого козы, побольше молочка, побольше покупателей на молочко. В общем, достатка вам всем. Приятно было вас видеть на нашем канале. Заходите еще, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока!